матч. И хотелось бы показать нашим телезрителям следующий сюжет, который подготовил наш корреспондент Стефан Филатов. В репертуаре Евпаторийского театра «Золотой ключик», как его называли до недавнего времени, множество спектаклей. Одни снискали признания на российских, другие – на мировых подмостках. Теперь заслуги учреждения культуры отмечены на самом высоком уровне. Оно получило статус первого в Крыму государственного театра юного зрителя. Новую историю артисты решили начать без громких представлений, по-семейному. И все решили сейчас. Это не я придумал. Александр Сергеевич Пушкин. И для зрителей, и для самих артистов постановка необычная. В ее рамках можно и даже нужно выйти из привычного образа, показать свое настоящее лицо. Жизнь за кулисья – это откровение, состоящее из секретов актерского мастерства и личных историй членов сплоченной труппы. Спасением было то, что каждый зритель, мне показалось, что каждый зритель в тот день взял с собой пленочный фотоаппарат. Люди достали и озарили все вспышками. Молодые, энергичные и талантливые. Творческий вечер познакомил зрителей с самыми юными актерами. С теми, кому, набравшись опыта, предстоит отстаивать и приумножать честь и достоинство Крымского государственного театра юного зрителя. Подготовка и развитие подрастающего поколения – главная задача Крымского ТЮЗа. Сейчас в нем занимается более 400 детей в 9 коллективах. Это театр для всей семьи, потому что у нас действительно от самых маленьких, от бэби-театрика до взрослых постановок. Дорогие друзья, двери Крымского государственного ТЮЗа открыты для всех желающих. Мы рады. Приходите к нам в гости на наши спектакли. А они, кстати, совсем скоро изменятся до неузнаваемости. Декорации станут красочнее, костюмы разнообразнее и замысловатее. А главное, в перспективе появятся и новые тематические направления подготовки воспитанников. Кроме того, теперь театру обеспечен необходимый уровень финансирования, которое в первую очередь направят на его развитие. Уже в 2020 году начнется разработка проектно-сметной документации, а в 2021 на месте этих руин начнется строительство нового зала театра юного зрителя. Стефан Филатов, Алексей Семенов. Утро нового дня.